Нам сказали быть креативными. Конечно, студенческие годы, креатив – это в первую очередь. Но вот очень так мельком сказали о том, что военмех находится в самом черном списке по поводу отчисленных. Вот пример я вам могу привести совсем недавно. Точно так же были первокурсники, небольшая группа, такая же, как и у вас. А вот диплом пришли получать только 5 человек. Поэтому не забывайте, креатив – это хорошо, но учиться и быть умным, знающим материал – это очень важно. Иначе вы окажетесь не в стенах этого учебного заведения, а немножко в другом месте. Но где – чуть попозже. А пока я предлагаю немного покреативить и пригласить на сцену замечательный молодежный оркестр «Стрит Бэнд».